Check it. Ну что, я на руки пока взять, нет? Не с головой. Не с головой ехать. Колоссальный. Очень крутой. Очень-очень-очень. Сейчас вам покажу, какие цветочки красивые. Посмотрите. На окошках любят они. И любят украшать в окошках всякими там красивыми. Красота неописуемая. Даже вот сюда цветочки всунули. О, какие молодцы. Как красиво придумали. Да. Такие улицы старинные. Здесь даже можно встретить вот такие дома. Это вообще старенький домик явно. Приземленный такой. Специально пахнет. Сегодня на день шашлыка. Барбекю. Где зря барбекю не сделаешь? Ты стеклянная дверь. А где она? Бесстрашный народ. Бесстрашный. Ну вот. Да, это, видишь, старинная улица, потому что явно как-то окошки низковато находятся. Опс, осторожно. Побежались. За дама. Ой, чем-то пахнет знакомо. Какие домики. Сарайчик старенький. Злая собака во дворе. Осторожно. Злая собака. Охрана. Охрана не спит. Что цветы там позасыхали у них. Почему-то неухаженно. Здесь что-то заброшено как. Бедненько, бедненько. Два соседа бедных. Зато живут в центре города, да? Здесь как-то в окошках нет этих украшений, а вот в других улицах прикольные статуэточки всякие стоят. Ух ты, колодец. Я уже говорю, это старый центр. Видите, прямо возле дома колодец. Какая щебенка. Красота. Пошла улица зигзагами. Тут хорошие двери красиво сделали, оформили. Вот одна из немногочисленных. Видите, выгул собак запрещен. Только дети, родители с детьми. Парковая зона, вот мини-площадка здесь есть. Колонка. Попить водичку. Что-то в прошлом году ее не видела. Не помню ее. Вот тут пошла тропа поверху. И вот тропа. Ух ты, на той стороне что-то много людей. Рыбаки, что ли, или кто там? Хотя что здесь водится? Больше. Ага. О, собачка. Да, дети и собачки. Жалко собачек.
озеро. Я думаю, искусственное, да? Вряд ли настоящее. Раскаркались. А я думаю, как они называют? А что, можно? А так можно было? Что, реально? Это может какое-то мероприятие согласованное. Что слишком много мужчин, и как-то у них все расставлено. Рыбу выбрасывают для чуди. А что происходит? Ух ты, рыба плещется. Прикол. Да ничего, не такое грязное. О, дети с мороженым. Ну что это значит? Боже, оно такое грязное. Бедная рыба. Как она там живет? Или это нормально для таких озер? Что это означает, вот эти вот батюшки? То есть это какое-то рыбное, эти рыболовы ловят. Закончился пикник. Типа, закрыта на рыбалочку. Я думаю, может, это какой-то типа как уроки, уроки рыбальства. Не знаю. Ну, видишь, они типа а-ля словили и назад ее выпускают. Ну, типа, просто ради интереса, да? Так что это какое-то мероприятие для рыбаков. Шашлык, шашлык, иди. Шашлык, машлык с тебя будет. Они сюда еще заехали как-то.